Всем привет! И мы находимся на старом заброшенном стрельбище ПУЦ. Вот на этом постаменте было раньше белыми буквами написано ПУЦ. Вот здесь, где все сейчас заросло травой, была стоянка. Насколько я помню, стояли военные машины. Здесь просто стоял как такая, как сказать, афиша. На ней всякие плакаты военные висели. Остались только два столбика. Вот идет бетонная дорожка раньше. И дорожка от рождения. А вот это была полоса препятствий. Это все, что от нее осталось. И вот шла она вот туда. Пройдемте, посмотрим, поснимаю, что от нее осталось. Полосы препятствий. Надеюсь, вандалы не все разрушили. Вот щит стоит. Не щит, не знаю, как это называется. Там через что перепрыгивали. Вот яма, через которую тоже надо было перепрыгивать. Два бревна остались, по которым надо было ходить. Где-то отсюда было начало. И все, вон туда, где заросли уходило. Ну, старая покрышка валяется. Столбики остались старые. Что-то было уже. Все свалили. Какой-то блиндаж тут был. Вот где стоят столбы, здесь тоже военная техника стояла раньше. Здесь это вот на этом месте танк был. Тут дорожки раньше шли. Ну, уже все заросло за 25 лет. Зашли вовнутрь мы. Как всегда. Осталась такая вот грязь. Здесь стоял белый дом такой двухэтажный, КПСС был написан. Здесь еще маленькие такие домики стояли, беседка, помню, была. Там вот охранник сидел, несколько домиков тут стояло. Старый огнетушитель. Что-то... Да, это и есть огнетушитель. Если походить, можно много гильз найти тут. Это яма. Для чего-то выкопали. Интересно. Что там? Подняли крышечку, что-то где, какое-то хранилище. Ну все, на этом у меня все. Всем пока, пишите комментарии, ставьте лайки.
проходила дорожка, вся заросшая. Вот еще у нас осталось от полосы препятствий две ямки. Ну, на этом все. Всем пока.